Мой основной улей. Здесь мое место. Чтобы снова заполучить чар, мы должны уничтожить крепость тиранов. Просто так они ее не отдадут. Мы ждем лишь твоего приказа, моя королева. Копали свои крепости и ждут нас. Пришло время ударить гром. Мы прорвем их оборону и уничтожим всех до единого. Приготовиться к ядерному запуску! От этих насекомых должны остаться лишь обугленные трупы. Генерал Ворфилд собирается использовать свой ядерный арсенал. Нужно действовать быстро. Загара, займись развитием улья. А я возьму эти войска и попробую ослабить врага. Моя месть свершится. Моя королева, попытайся прорваться как можно дальше, а я пока подготовлю улей. Вышли мне подкрепление, как только сможешь. Это будет кровавая бойня. Мы адаптируемся. Отбросить зергов! И шагу назад! Для нас нет преград. Я позабочусь об этом. Моя королева, прибыло подкрепление. Минкск будет страдать. Атакованный. Ха-ха-ха!
позабочусь об этом. Минск будет страдать. Моя королева, я отправляю тебе подкрепление. Разумеется. Наши войска атакованы. Молодора! Сотрите их в порошок! Эти твари никогда не получат чар! Это зерги! Эвакуируйте раненых! Мы адаптируемся. Я позабочусь об этом. Время для ядерного удара! Сожжем их! Моя королева! Наш улей еле выдержал этот удар! Ворфилд будет наносить ядерные удары все чаще. Нам нужно пробиться в его центр тактических операций. Это наш единственный шанс на победу. Я создала кое-что, что может уничтожить тиранов. Это аберрации. Цепочки ДНК нестабильны, но эффективны. Веди их в бой, моя королева! Захвати эту базу, и пусть тираны бегут в страхе! Твоя королева слушает. Разумеется. Тираны проводят эксперименты над зергами. Мы должны их прекратить. Я уничтожу лаборатории, как только смогу. Нужно больше минералов. Это обогащенные минералы. Загара, пришли сюда рабочих. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Место ракетного удара обозначается светящейся отметкой. У нас есть возможность покинуть опасную область. Надзиратели.
Нам нужно больше минералов. Мы обнаружили улей зергов. Выслать штурмовые отряды. Нужно больше минералов. Улучшение завершено. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Они запустили еще одну ядерную ракету. Моя месть свершится. Минералов.
завершено. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Ворфилд выпустил по нам еще одну ракету. Время пришло. Рой, это я. Моя королева, выполнив дополнительные задачи, ты повысишь свой уровень. Минкск будет страдать. Твоя королева слушает. Нужно больше, Веспена. Thank you.
Твоя королева слушает. Я позабочусь об этом. Перетрое. Улучшение завершено. Невыполнимое обнаружен запуск ядерной ракеты. Тираны выпустили еще одну ракету. Время пришло. Улучшение завершено. Будет страдать. Все падут перед Роем. Рой, это я. Эпеня. Черт, Керриган, ты об этом пожалеешь. Для нас нет преград. Улучшение завершено. Разумеется. Наши войска атакованы. Черт возьми, девочка! Мы же спасли тебя! Почему ты снова стала такой? Ядерные ракеты атакованы! Покинуть область! Скоро ядерный удар! На этот раз все падут перед Роем. Говори! Мы адаптируемся. Невозможно.
монстров. Менгск будет страдать. Что на этот раз? Самое время. Улетайте с чара. Если вы останетесь, я уничтожу вас всех до единого. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Покинуть область. Скоро ядерный удар. Невыполнимая команда. Пришло. Я уничтожила лаборатории и положила конец экспериментам Ворфилда. Надеюсь, тебе хорошо в компании этих клопов. Ведь вам вместе гореть в аду. Оставь чар мне, Ворфилд. Невыполнимая команда. Эвакуировать гражданских! Войскам держать оборону!
кристаллов выработана. Минкск будет страдать. Месторождение минералов выработано. Мы адаптируемся. Наша миссия продолжается. Я позабочусь об этом. Для нас нет преград. Самое время. Разумеется. Рой, это я. Месторождение минералов выработано. Твоя королева слушает. Все падут перед Роем. Говори. Это мой мир. Обнаружен. Самое время. К ядерной ракете. Месторождение минералов. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Время шесть. Атакованный. Тебе нравится снова командовать зергами? Нравится убивать людей? Атакует пули. Наши войска атакованы. Разумеется. Месторождение минералов выработано. Для нас нет преград. Я позабочусь об этом. Команды призраков Браво и Дельта, открыть огонь! Говори. Но генерала Ворфилда оставьте мне. Лейтенант, доставьте раненых к шаттлам. Мы почти на месте. Отправить кровомяты. Я в порядке, лейтенант. Позаботьтесь о раненых. Я уж как-нибудь сам. Осталось три шаттла с тяжело ранеными. Они уже вряд ли когда-нибудь смогут воевать. У них есть семьи. Дети! Ты отпустишь их. Слышишь меня? Генерал, мы окружены. Выхода нет. Ты тварь. В тебе не осталось ничего человеческого. Ты предала нас всех. И ради чего? Своей жалкой мести. Скольких невинных ты уже убила? Скольких еще ждет смерть? Видел бы тебя сейчас, Рейнар.
так сильна. Теперь я могу представлять угрозу для тебя. Возможно, когда-нибудь ты будешь управлять роем. Если ты считаешь, что способна на это уже сейчас, то вперед. Но следующий бой между нами будет смертельным. Все или ничего. Я буду служить тебе и учиться у тебя. И, возможно, когда-нибудь я возглавлю рой. Но не сейчас. Ты поняла мой урок? Да, моя королева. Ты научила меня видению. Рой силен. Но его лидеру недостаточно быть просто сильным. Я победила Ворфилда не потому, что была сильнее, или зерги превосходили числом его солдат. Просто у меня есть видение, а у него нет. Я запомню это, моя королева. Ты пытаешься изменить рой. Меняться значит жить. Я заплачу за все принятые решения. Но рой завоевал еще один мир. Стаи опять объединяются. Врагам стоит нас бояться. Нам еще многое предстоит сделать. Нас много, мы бесстрашны, и мы развиваемся. И мы сделали вначале все, что хотели сделать. Скоро я решу, куда мы направимся дальше. Во всем рое нет других существ, подобных тебе. Какова природа твоей эссенции? Сверхразум смешал во мне множество видов. Я неповторимый. Что ты делал после смерти сверхразума? Скитался по туннелям Чара. Бесцельно. Был диким. Королева клинков нашла меня. Снова сделала зергом. Если ты зерг, ты всегда должен кому-то подчиняться? Не подчиняясь никому. Я просто зверь. Низшая ступень. Вид Гиблинг готов к улучшению. Найдено существо с сильной эссенцией. Хорошо подходит для гиблингов. Победить существо. Ассимилировать эссенцию. Вывести новый подвид. Планета Нелит. На поверхности присутствует уникальная форма жизни. Митос-корабей. Примечательный эволюционный механизм выживания. Децентрализованная нервная система. Умирая, распадается на два меньших организма. Нужно ассимилировать эссенцию Митос-корабея до того, как протосы узнают, что мы здесь. Необходимо больше эссенции. Поблизости крупный Митос-корабей. Thank you.
внедряют эссенцию в генную структуру гиблинга. Усиленные гиблинги готовы к бою. Хорошо. Познакомим протасов с нашими новыми друзьями. Дроблинги в момент взрыва распадаются на два отдельных существа. Разделение однократно. Доставляю гиблингов. Их все больше. Больше гиблингов. Новое подкрепление. Протасы разгромлены. Абатур, приготовься к новому эксперименту. Скория — вулканическая сырьевая планета. Неблагоприятная среда. Тысячи гиблингов сгорают в лаве. Экстремальные условия полезны, задают верный курс эволюции. Спустя множество циклов происходит адаптация. Появляется новый подвид, может запрыгивать на утесы, чтобы спастись от лавы. Как удобно. Успешные особи рассредоточены. Нужно их найти. Обнаружены эволюционировавшие гиблинги. Надо забрать. Лава поднимается. Оставайтесь на возвышенности. Регулярные подъемы лавы. Нужно использовать возвышенности. У нас какое-то движение. Нужно проверить. Что происходит? Эти твари умеют прыгать? Возвращайте Геркулес на базу, срочно! Серги наступают! Извержение закончилось. В низине безопасно. Так еще! Шахтерская база Доминиона. Добывают ресурсы. Вижу. Давай опробуем наших гиблингов. Главный вход хорошо укреплен. Гиблинги не прорвутся. База встроена в ландшафт.
Наши гиблинги могут забраться наверх и атаковать с тыла. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Во время битвы тираны запустили в Левиафана тысячи таких устройств. Но это не оружие. Это коммуникатор. Королева клинков, я знал, что ты вернешься к своему истинному обличью. Обличью монстра. А теперь... Ты сделаешь то, что я тебе скажу, если тебя вообще волнует судьба Джима Рейнора. Да, он жив. Так что держи свой рой подальше от Кархала и подальше от меня, иначе Рейнор умрет. Он пожертвовал всем, чтобы ты вновь стала человеком. А ты наплевала на это. Наверняка он будет первым, кто захочет убить тебя. Я не чувствую присутствия Джима. Если он жив, ничто во Вселенной не помешает мне найти его. Мы уловили странный псионный сигнал. Он исходит от зергов, не связанных с Роем. Я знаю, что ты хочешь свергнуть Менгска. Его главное оружие — это гибриды. Вот координаты лаборатории, где их выводят. Встретимся там. Если Доминион контролирует гибридов, то наше вторжение на Кархал обречено. Нужно уничтожить эту лабораторию. Мы направим нашего Левиафана в пространство Доминиона и начнем поиск тиранского корабля Гиперион. Ты хочешь, чтобы они помогли нам найти тирана Джима Рейнора